Вы знаете, когда я перенесла эту болезнь, я поменяла свое отношение к жизни и к самой, к себе, и к своим близким, родным. Я поняла, что у нас есть только один день для родных, для близких, для любимых – это сегодня. Вообще вот все наши истории – это на самом деле не про болезнь, а не про жизнь. Я желаю вам терпения в первую очередь, потому что все это лечится. Нужно просто жить, нужно верить, обязательно верить. Эта болезнь победима, и это доказано. Рак – это не приговор, это точно проверено, испытано. Живите, радуйтесь, улыбайтесь и любите.